Общественная приемная «Единой России» запустила горячую линию для помощи пострадавшим от последствий взрыва газа в жилом доме в Балашихе. Сотрудники приемной оказывают не только информационную поддержку, но и психологическую. Работа проводится в сотрудничестве с администрацией города, депутатским корпусом и правительством Московской области. Это позволяет быстро решать возникающие вопросы, рассказал руководитель региональной приемной, депутат Госдумы Алла Полякова. Кроме того, на базе местной приемной партии открылся сбор гуманитарной помощи. Необходимы постельное белье, теплые вещи, одеяло, подушки и питьевая вода.